Очень редкая модель для меня. Модель сделана из титана. Модель титан сделана из титана. Легкая. По проверке на вес она ровно в два раза меньше, чем такая же модель, но сделанная из нержавейки. Очень легкий варган, вообще практически невесомый. Приятный на вкус, скажем так. Вот. Вот показываю, что ничего не магнитится. Это у нас титан, он не магнитный. Такая вот с гравировочкой двухсторонней. Басовый варган, очень басовый для своих размеров. Нота соль диез. Когда он тебя цепляет, восстановиться очень тяжело. Единственное, что варган большой, а титан достаточно мягкий, несмотря на свою жесткость. Вот. Поэтому привыкнуть буквально минутки две к нему надо, понять его, этот варган. А потом проблем уже никаких не возникнет. Установим магнитик и посмотрим, что получится у нас. Очень советую, очень реально очень советую этот варганчик. Вот. Из минусов могу сказать то, что я не научился полировать титан в зеркало, потому что не знаю, я полирую и всеми теми же шкурками тщательно. Он блестит, да, вот он зеркальный, но почему-то титан выдает матовую поверхность. То есть даже после паста Го и после этого фетрового диска титан выдает матово-блестящую поверхность. Вот. Но это не минус, может быть. Кому-то нравится зеркало, кому-то матовость. Вот. Но варган действительно очень-очень великолепен. Всем советую.